Вообще красота. Неописуемая. Все хорошие фигуры. Молодец город, что проводит такие мероприятия. Хотелось бы почаще. У нас на фестивале представлено 7 скульптур, и нам жюри предстоит оценить каждую работу по критериям. Это выразительность композиции, единство замысла и пластики с учетом недолговечности материала, оригинальность решения, эффект зрелищности, праздничности. У нас 4 номинации. Это за оригинальный и творческий подход, за неповторимый стиль, за любовь к братьям нашим меньшим, само название «Год собаки», да, и все скульптуры посвящены нашим братьям меньшим. И за мастерство, преданность фестивалю. Авторы по-разному подошли, как показать. Кто-то на арене, наши собачки, да, а кто-то вот такие изумительные друзья с сердечком на носу. То есть они все очень интересные, все очень оригинальные. И хочется, честно говоря, всем поставить пятерки. Традиционно на площади Революции в день фестиваля ледовых скульптур проходит конкурс «Быстрая пила». В этом году в нем участвуют 3 мастера, 2 из Череповца и 1 из Тарноги. За 40 минут они должны своими быстрыми пилами изготовить ледяную скульптуру. Обрабатываем, сняли большое и потом по мелочам пошли по декору. Ну, рассчитывали, что подольше времени дадут, но будем стараться. Очень красиво, прелесть, молодцы. Очень зрелищно, особенно женщина, которая работает инструментом вручную. Очень забавно, очень весело и приятно смотреть на работу таких профессионалов, которые вот приехали к нам в город. Из этих 3 работ есть уже какой-то свой любимчик, за кого болеете? Вот как раз таки за собачку болею. Марина, вы сегодня всех впечатлили, как единственная женщина-участница конкурса «Быстрой пилы». Насколько тяжело вот с пилой, хрупкому полу общаться? Ну, я, конечно, наверное, решила себя попробовать, потому что мужское дело пилой пилить, но это просто попробовать. Все равно когда-то надо, не разбив яиц, не сделаешь яичницу. Конечно, у меня накладки получились, у меня лопнула цепь, пришлось пока что-то вручную делать, потом помогли, пока настроили пилу, то есть помощники, и продолжила. Ну, не знаю, конечно, мне не сравнится размерами с мужчинами, которые изготовляли свои скульптуры, поэтому, ну, первый такой маленький, маленькая собака, которая как вот скульптура изо льда. Будем продолжать обязательно этот фестиваль, он востребован, он любим. Мне очень понравилась фигура, к сожалению, она не заняла первого места, но мне очень понравилась сама идеология, фигура, в которой знаком дружбы собаки, там, человека, да, вот этот вот знак, ладонь человеческая с отпечатком собаки, вот сама задумка мне очень понравилась, вот в этом шаре изо льда. Я бы отдала первое место, конечно, если бы я была единоличной член жюри. Первое место в конкурсе ледяных скульптур присуждено команде «Друзья». Работа «Путешествие». Владеев Василий, Романов Сергей. Город Тотьма и Тарновский городок. Это еще не все, дорогие друзья. Аплодисменты победителям. Ребята, уже 3-й год подряд, самые лучшие. Давайте похлопаем им, ура! Честно говоря, я не знаю, я даже не успел ничего почувствовать. Это как бы тут профессиональная борьба и, наверное, это радость все-таки, да? Это нормальная человеческая радость. Выиграть или не выиграть, это зависит, ну, от случайности тоже. И я не совсем был уверен, что как бы мы победим. Лед очень хороший из изменений. Лед до этого был более такой нестабильный и не одинаковой толщины, там, вследствие того, что им меньше занимались при подготовке. А в этом году из Тарноги лед отличный привезли. Он чистейший и однородный, вот, толщина одинаковая, то есть с ним приятно работать. Соответственно, работы более как бы такие качественные получились, и это повлияло на результаты. Вот.